Медиагруппа «Авангард» представляет. Ну что же, всех приветствуем. Если вы еще не забыли, за 20 минут я ведущий эфира «Сок Форум Лайв». Меня зовут Сергей Краснов. Да, я успел переодеться, но это не фильм «Красотка». Это все-таки наше онлайн-мероприятие. Итак, со мной эту сессию проведет управляющий директор блока сервиса департамента кибербезопасности ПАО «Сбербанк» Алексей Качалин. Алексей, по-нашему, по-пандемийному. Да, здравствуйте, здравствуйте всем. Ну что ж, Алексей будет и прокурором, и обвинителем, и всем на свете. То есть един во всех лицах, потому что сейчас будет интересно. Мы с вами станем свидетелями, пожалуй, я надеюсь, по крайней мере, самого конфликтного, да, самого огненного, самого напряженного блока нашей программы и плюс еще, наверное, самого неформального. Называется он «Антипленарка». Да? Мы поговорим сейчас о соках в 2020 году, о чем еще поговорим. Сергей, я думаю, мы продолжим наш тренд антипленарки, который полюбился всем с прошлого года. Мы сделаем такую следующую редакцию про пандемию, безусловно, сделаем поправку на это. Но коллеги, которые были в прошлом году, Дмитрий и Владимир были, значит, они продолжат отстаивать мою точку зрения. Вот, мы им ее подскажем, они продолжат ее отстаивать. А это вот та история, где есть две точки зрения. Да. Одна моя, другая неправильная. Одна моя и вторая моя. Да, совершенно верно. Значит, немножко мы поменяли формат для онлайна. Коллеги будут выходить сюда, будут представлять свою позицию, а мы будем вклиниваться в их милый монолог и нарушать логику их повествования, и тем самым смотреть, насколько они действительно верят в то, что говорят. Ну, как сказали бы на площади трех вокзалов, да, куда мы редко заезжаем, мы будем прожаривать сейчас наши вопросы об использовании технологий и выживании на конкурентном рынке, если говорить официальным языком, о борьбе за кадры, о работе с заказчиками и много-много-много-много-многом другом мы будем сейчас говорить. Коллегам есть из-за чего столкнуться лбами, ну, естественно, фигурально выражаясь, все это будет происходить в формате профессиональной прожарки. Каждый спикер выступит со своим докладом и в общем-то, всем остальным участникам и в студии, и вам, уважаемые зрители онлайн, тоже предстоит хорошенько прожарить тезисы, идеи, короче говоря, все то, с чем дерзнут явиться в нашу студию к вот этой импровизированной жаровне. Надеюсь, что не будет никакой банальщины. Да? Есть такая надежда? Да, она Сергей, последняя... вы задали тренд сейчас, в принципе. Да, она последняя умрет. Надежда, я имею в виду. Испытаем на прочность аксиомы, возможно, какие-то принятые убеждения, предрассудки, в том числе, почему нет, и тех, кто их придерживается. И вот наши смельчаки, которых я с удовольствием хочу представить прямо сейчас. Они согласились на наш эксперимент. Идущий на смерть приветствует вас. Итак, директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки SolarJSOC Владимир Дрюков. Владимир, приветствуем. Такое обреченное выражение лица, но спасибо за ваши аплодисменты. ЦИСО Тинькофф Банка Дмитрий Гадарь. Дмитрий, приветствуем. Привет. Дмитрий ко всему готов, это чувствуется. Директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков. Уже бывал и чувствуется, да? И руководитель отдела исполнения Security Vision Роман Овчинников. Тоже хотелось бы услышать аплодисменты. Спасибо большое. Итак, наш первый участник — это Владимир Дрюков. Пойдем слева направо, ну, это если смотреть с вашей стороны. Владимир, во время сейчас красочной заставки музыки будете выходить вот к этой жаровне, как я уже говорил, да, и расскажете, в чем вы нас всех хотите или попробуете убедить. Ну, не рассчитывайте легко отделываться. Итак, мы начинаем. Итак, друзья, мы практически готовы. Визуальный контакт установлен. Посмотрите направо, уважаемый. Право — это здесь, да, там, вот сюда. Вот это, вот это адвокат дьявола, да, он же прокурор дьявола, который будет вас периодически прерывать. Правильно я говорю, да? Да, но мы с коллегами будем помогать Владимиру остаться. Вот. Шансов нет подойти и там в печень. Это, Сергей, я тебя попрошу. А, хорошо, спасибо. Ну, на всякий случай. Прошу вас, ну, что, начинаем. Да, спасибо прокурору, адвокату и судье Алёше, кто настроил второй раз. Я хочу поговорить про боли. Знаете, я сервис-провайдер, и мне немножко эта история поднадоела. Про что хочу сказать с самого начала. Где-то года 4 назад читал блог, по-моему, Антона Чувакина. Он рассказывал историю про так называемых Black MSSP. Вот, такая страшный кейс, да, все в огне за нами. Ну и так, история такая, в черной-черной стране, в оранжевом-оранжевой компании, по-моему, это была Голландия, компания решила подключить себя к сервис-провайдеру, к сервисам.
Они ставили тогда модные системы, в то время очень популярные, IDS. Сейчас все это называется система противодействия от всех возможных атак некоторыми вендорами. Ну, они ее поставили, заказчик подал на нее трафик. Они говорят, у нас система очень модная, потом давайте нам исходящий трафик, будем ботнеты ловить. Трафик подали, поехал контракт. 3 года заказчику слали отчеты. Все отлично, ни одного инцидента нет. Он немножко нервничал и говорил, наверное, странно. Ему говорили, нет, чувак, все нормально, цвета правда у тебя на самом деле нет. Вот. Ну, если бы это было в России, заказчик, наверное, уже отключился от этого самого сока. Но в Америке такие ситуации не приняты. Ну и в Европе, в общем, тоже. Через год пришел аудитор и выяснилось, что на самом деле 3 года они мониторили не исходящий трафик, а входящий. И попытки выставить претензии по поводу этого сервиса, ну, какие-то совершенно были бессмысленные. И сейчас в России-то схожая история происходит. Приходят все сервис-провайдеры, говорят примерно одно и то же. Мы защитим тебя от любой атаки. Потом атака пришла, сервис-провайдер в этом месте, так, у него появляются такие, знаете, на ногах крылышки, как будто у бога Меркурия. Но они не очень быстро убегают, потому что у них на самом деле вот здесь бандаж. Им прошлый заказчик уже подломил слегка спину, говорит, слушай, погоди, договор, это сейл рассказывал, давай не будем. А заказчик сидит такой, думает, блин, что делать-то? То ли пить шампанское, потому что я руководству сказал, что у меня вообще коммерческий сок работает, и я риски захеджировал. То ли водку, потому что все равно на ковре у заказчика будет тяжело. И он смешивает это в коктейль «Северное сияние», выпивает залпом, думает, ну, будь что будет. И мы довольно долго с этой историей пытались бороться, пытались придумать какие-нибудь критерии, которые объясняют, что вообще говоря, этот сок лучше, чем другой, что он хорошо работает, этот плохо работает. И писали разные ТЗ. Вот Ваня Мелехин, наверное, про это куском рассказывал. Придумывали разные тезисы, но все провалилось. Дежурную смену запустили все. Айтишники это, бухгалтера, не знаю, кто-то сидит в режиме дежурном, глаза в монитор на него смотрят. Численность коллектива, в компании есть больше 30 человек, все сок. Начали заниматься историей с TI. Да нужно, чтобы кто-то покупал коммерческие подписки. Но разница между фидом Драгоса, который стоит 500 000, и покупкой репутационной базы Ransomware за 100 тысяч, на уровне конкурса прям вообще непонятно. Информационные обмены. Важно же меняться информацией со всеми между собой, но меняешь ты информацию с ртом в Голландии, у которого много данных, или с компанией «Рога и копыта», прям тоже непонятно. История прям провалилась по-честному. И сейчас, когда пишутся ТЗ на конкурсы соковские, они прям все одинаковые, все рассказывают одно и то же. Дальше пошла новая тема. Вот сейчас, наверное, из каждого утюга модные истории пошли новые. Киберразведка. Киберразведка — это же круто, да, все должны ей заниматься. Дальше появился модный термин «threat hunting». Даже нашему даже премьеру рассказали, потому что это threat hunting, и что все должны заниматься тем, чтобы учиться на threat hunter'ов. А тоже начинаешь разбираться, каждый понимает за этим одно разное. Кто-то в шадане смотрит киберразведку, кто-то сливы контролирует. С хантингом то же самое. У кого-то 2 гипотезы, у кого-то 50. И в итоге соки оказываются в ситуации, что мы как-то вообще между собой несравнимы. И тут хочется, наверное, знаете, процитировать Камиля Ларина. Вот. Он говорил тогда, вот помните, в первом фильме они говорили, вот как вообще померить, да, вот эту вот историю? Хорошо ли ты пробежал, как померить искусство? Но мне не нравится история про то, что сок — это искусство. Но она вообще совокупно какая-то неправильная. Играть на пианино — это искусство, если ты хорошо умеешь это делать. Рисовать картины — это искусство. Сок должен быть математикой. И я призываю вас всех как сообщество относиться всерьез к выбору соков. И давайте, в конце концов, математизируем эту историю, потому что, ну, верю сердцем, это круто для сейлов. Мы безопасники. Нам надо заниматься безопасностью и понимать, с кем мы и зачем мы работаем. Все, я закончу. Володя, ну да, спасибо. Смотри, вопрос какой. Очень много и давно мы возвращаемся к этой истории, да, с формализацией соков, стандартизацией. Как ты видишь, эта же история это должна исходить, наверное, от соков, а не от заказчиков. Там, где есть экспертиза, те и должны устанавливать правила. Как ты видишь, в этом году мы приблизимся к выходу стандартов по сокам для России? Очень надеюсь. Много кто говорит про то, что нужно как-то измерять деятельность, мерить квалификацию, правильные в этом месте какие-то регламенты вводить. Надеюсь, что что-то из этого станет либо нормативкой, либо хотя бы внутренним стандартом. Да, и международники нам тоже в этом месте помогают. Хочется двигаться в этом направлении, но по-честному сейчас граница измеримости на уровне «давайте поставим 3 сока в ряд и проверим, кто лучше поймает». Или я вот прямо верю сердцем, они такие классные парни, давайте с ними работать. Ну, то есть ты хочешь сказать, ребят, подключайтесь к разговору, то есть правильно я понимаю, правильно я вас услышал, что вы за прошедший год, условно говоря, давайте так, чтобы совсем далеко не убегать, не видите оснований для того, чтобы соки формализовались и вышел стандарт, по которому бы все понимали. Вот смотрите, очень простая аналогия, удостоверяющий центр.
аккредитованная деятельность, понятный набор документов, понятный набор сервисов, прайсы. Очень как бы не романтическая история, но очень формальная, понятная, все по ней живут. Вот когда соки приблизятся к такому же уровню формализации? Год, знаешь, два, Леш, десять? Здесь важная развилка, потому что ты говоришь про УЦ, а УЦ для меня, хотя это, понятно, криптография, и, наверное, назвать УЦ небезопасностью вообще опасно, да? Все регуляторы в этом месте будут возмущаться. Для меня это скорее айтишный сервис. Он такой, он очень понятный. Там есть процедуры, есть SLA, и в соке этот слой тоже пошли, есть. А мы, Володь, пошли в безопасность, чтобы никто не понимал, чем мы занимаемся, да, изначально-то, да? Да не в этом дело. Просто есть айтишный слой. Как быстро мы бежим, как подключены источники. А я, кстати, не знаю, зачем я пошел в безопасность. Я подумаю, я где-нибудь потом про это расскажу. Вот. А тут возникает вот эта самая terra incognita, когда есть какая-то куча злоумышленников, как-то нас ломают. А насколько мы к этому готовы, непонятно. И здесь айтишная история, она не про то. Она про то, насколько мы так глубоко понимаем проблему. Что плохого? Объясни мне, Алексей, что плохого в том, чтобы формализовать деятельность? Да, отличная история по поводу формализовать деятельность, но прежде чем что-то формализовывать, надо посмотреть на цели каждого сока. Владимир, вы как MSSP-провайдер, я так и не услышал. А если человек видит северное сияние вот, вместо проблемы? Что, к чему ты двигаешься со своим соком? Слушай, расскажи. Тут в зале у меня сидит десяток сейлов, поэтому сказать, что мы занимаемся зарабатыванием денег и максимизацией выручки, наверное, будет правильно, но нет. Давай, как математик и технарь. Да нет, слушай, там для меня в этом месте такой таргет, он двухнаправленный. Я довольно много занимался не только соками, но и сервисами. Первое, так по чесноку, чтобы заказчик был доволен. Северное сияние. Северное сияние – хорошая история. Но на самом деле заказчик доволен, когда к нему только что приходила жопа. Мы же в онлайне, да, наверное, можешь такие слова Северное говорить? Северное сияние спасло от прокурора. Северное сияние спасло от прокурора, но когда к нему пришла проблема, то мы бы ему помогли. И это даже не про SLA, не на про работу. На пианино ему сыграли, ему было весело. На пианино, да, тоже неплохая история. А второе, когда пришла прямо совсем большая проблема, и мы почему-то поймали. То ли потому, что мы хорошо настроили средства защиты, то ли потому, что мы умные, то ли потому, что мы просто неплохо работаем. Ты готов вот гарантировать, что коллеги, ты всегда заказчика можешь спасти? Вы сейчас вот этот вот ретроградный Меркурий выключаете, да? Ушли вот в эту куда-то плоскость непонятно. Он сам начал. Нет, я не виноват. Дмитрий, вопрос очень простой. Из того, что я слышу коллег, MSSP, да, никогда не придут к формализации, потому что у них есть силовая часть, но они не понимают цели создания сока. Так? Так ты это услышишь, видишь, понимаешь? Да нет, слушайте, ну вообще стандартизация и формализация сока, мне кажется, какой-то вопрос околонаучный. И если сравнивать с удостоверяющим центром, это не вообще с криптографией, это редко меняющаяся область, с редко меняющимся законодательством. Или когда Security Operations Center у тебя может ежедневно меняться. Что меняется в соках? Камон, 10 лет в соках ничего не меняется. Служба реагирования. Вот это вот самое ужасное. Да, что когда соки, у кого-то ничего не если ничего не меняется, то это очень печальный сок, который не работает, скорее всего. И нет, поэтому подожди, стандартизация меняется... должна быть гибкой, да, и нацеленная на реальное состояние, на оценку реального Хорошо. Состояния сока и возможность его противодействия угрозам, которые поступают на него, а не оценка количества событий или количества источников. Вот те измерения, которые большинство я видел, которые делают, они не соотносятся с соком ровно никак, потому что они не соответствуют, как сказал Леша, цели вообще, для чего этот сок нужен. Ну, Дмитрий, приберегите пыл, я сейчас возьму бразды правления в свои руки. Один буквально вопрос, а может быть и два, хочу задать, да, прежде чем мы сменим спикера, потому что время уже у нас подходит. Как вы хотите формализовать то, что сделано у всех по-разному? Сейчас сок — это творчество. Можно сделать хорошо, а можно очень плохо. Но то и другое имеет право на жизнь. Главное — говорить правду заказчику. Это правда, но давайте не будем испытывать в этом месте иллюзии и, там, не знаю, заказчики в интернете. Прям можно было бы вопрос, допустим, попросил бы. Для 95% заказчиков сок — это поймать атаку хакера. И понятно. Атаки, и атаку хакера надо ловить. Да, спасибо. Давайте прибережем пыл сейчас, да, потому что впереди у нас еще три не менее спорных и зажигательных выступления. Просим первого героя нашей прожарки уступить место следующему. Перед нами появится сейчас Дмитрий Градарь. Гадарь. Гадарь, прошу прощения. Нет, Градарь. Нет, Градарь. Меня плохо усилили. Да, ты молодец. Ты свою цель выполнил. Итак, Дмитрий Гадарь, Тинькофф.ру, ЦИО. Привет. Да. Ну, с чем? Чем попробуйте удивить? Да, потому что я чувствую, что нападки сейчас начнутся... Тему выбрал такую. Околонаучную, да, которая связана с... необходимостью класса решений CEM,
в Security Operations центре. Так. И моя тема заключается в том, что CM в Security Operations центре не нужен. Я вот чуть шире, наверное, хотел зайти, что в целом, наверное, сейчас CM и SOC воспринимается как Меркурий, да, планета ближайшая к Солнцу, да. И это не совсем так, то есть в информационной безопасности, информационная безопасность должна стартовать не с CM или не с SOC, а с оценки рисков и то, для чего мы делаем, и что мы делаем для снижения этих рисков. И информационная безопасность должна быть в первую очередь бизнес-ориентирована, а не технологически ориентирована. И это очень печальная история, как когда, не знаю, как прокурор приходит в организацию, да, там, и начинает задавать какие-то вопросы. Также и информационная безопасность бывает строится с технологий, которые не имеют ничего общего со снижением рисков. Поэтому важно ориентироваться не на какие-то технологические решения, а на то, для чего эти технологические решения делаются. В моем понимании Security Operations Center — это как бандаж, то есть это часть всей защиты. Он строится как есть превентивные меры, есть детективные меры, есть меры, которые как антифрод, постконтрольные меры. И Security Operations Center является не то чтобы обязательным, он также не обязателен, как и... не знаю, пианино-балерине, да, то есть она же может танцевать без пианино. Дмитрий, маленькая ремарка. Нет ощущения, что вы пытаетесь защитить диплом в первый раз? А или я второй, как после первый раз неудачной диплом попытки? Защищаю. Да, на вас вот ваши коллеги сейчас так смотрят, и я бы чувствовал себя неуютно. Вам такое как, нормально? Ощущение, мне вообще что уже уютно. Не в первый раз Дмитрий пытается давайте, защитить диплом. И никак не защитит, да? Я никак не защищу, да? Меняйте диплом, Дмитрий. Я всегда как в первый раз защищаю диплом, поэтому... Так вот, я договорю дальше. Очень интересно, я потом... Интересно, почему... Да потом вас найду. Security Operations Center, например, вы можете сделать следующим образом. Представим себе организацию, которая позволяет стандартизировать абсолютно все процессы, и в этой организации можно абсолютно все описать, как ведет себя система, как ведут себя... Ну, хороший пример — вот банкоматная среда. Mm-hmm. Вот там вот иногда зачастую реагирование на инциденты в банкоматной среде вредно. Ну, то есть там нужно захарданить, описать процессы и смотреть отклонения от этих процессов. Никакой CM для этих целей в принципе не нужен. Если коллеги есть как оспорить, то... Коллеги, у вас должно быть. Да. Да. Алексей, можем по каждому тезису пройти. Тебя есть чем поспорить. Он не улыбается, он просто хохочет. Да. Давайте дальше пойдем тогда. Раз первый тезис мы не оспорили. Нет, подожди, нет, давай о сне. Давайте лучше вот сейчас именно займемся прожаркой. Да, уже самое время, потому что на. Нет, давайте дальше. Ну, то есть, у меня есть много тезисов, которые я могу рассказать, почему CM не нужен. На мой взгляд, тезисы для прожарки это скучно. Для антипленарки тем более. Давайте уже начнем обсуждение. Сказано было более чем достаточно. Иначе мы тогда просто не оправдываем название. Где огонь? Ну, давайте. Хочу его увидеть и почувствовать. Задайте вопросы. Как северное сияние, пусть они появятся. Я очень рад был услышать о том, что можно стандартизировать все процессы в компании, их прям описать от представителя такого молодежного, задорного банка. А я не сказал ни разу, что мне CM не нужен. Сервисы появляются просто каждый день. А ни разу не сказал, что CM не нужен. Если мы говорим о разных организациях, если это компьютерный клуб, ты будешь туда CM ставить? А ну, там нужно перезаливать. Он там нахрен не нужен. Он там не нужен. Перезалейте раз в сутки все компы, у вас все вообще вот так классно будет. Другой пример приведу. Например, хорошо, вот так вот. Сколько людей на российском рынке готовят охренительные соки? Вот прям таких экспертов. Ноль. Ну, то есть их, да, давайте считать, что в базовой конфигурации ноль, еще один в Тинькофф. Да. Так вот, познакомь нас с ним, Дим, познакомь с этим. Да, познакомь обязательно. Осталось только выяснить, какую картину он там рисует, к какому искусству он там привязывается. Он вообще не деятель искусства, не как пианист, да, на пианино играет, он скорее строит сок. Дим, ну расскажи, ну бог с ним, смотри, компьютерный клуб, это все там примеры, уводящие в сторону. Вот есть у нас история с соками. Ты говоришь, для тиражирования, да, такого как банкоматы, например, да, сок
не нужен, СИЕМ не нужен, это слишком... СОК нужен, никто не сказал, мы говорим, СИЕМ не нужен в СОКе. Но если ты говоришь, что ты должен мониторить очень формализованную вещь, то очень формализованные вещи нужен, тебе очень формализованная ответная технология. СИЕМ? Собрать события, скоррелировать их. Да, да. Вот что, Владимир, Дима, со мной согласен. Не, смотри, Дима, вот да. Мне кажется, знаешь, что сейчас геометрию Лобачевского просто рисуешь по-честному. Что-что? Геометрию Лобачевского рисуешь. Так потому это что... и есть геометрия Лобачевского. Потому что ты все, что рассказываешь, действительно правильно, и в банкоматной сети разобраться можно и так далее. Вопросы, как у прокурора. Когда ты был не очень модным владельцем СОКа, а был таким нормальным инженером. И вот мы у одного заказчика пытались сделать тот самый классный проект, который называется «Анализ рисков». Делали мы его 1.5 года, и заказчик сказал: офигенная бумага, сейчас в шреддер суну. Да, все поменялось. Так и есть, так и есть. Я и погнали заново. Это... Поэтому я... прийти в базовое состояние, что мы понимаем риски компании, если начать разбираться в них в операционном режиме, мониторить, вообще бесполезно. Бесполезно. Никогда не получится. Никто не говорит, что... как, ну, мы сейчас говорим не про внешний или про внутренний СОК. Мы говорим про инструмент. И, к сожалению, большинство безопасников или IT, которые пытаются внедрить что-то, почему-то, кто-то им вбил в это в голову, думают, что можно принести набор решений, воткнуть их, правильно настроить, и бинго, безопасность есть. Так не работает, так не работает. И инструмент security, в security operation center, такой как CEM, также может оказаться не нужен, как и многие другие решения, потому что информационная безопасность в первую очередь строится от оценки рисков, от процесса, от людей. Стандарты не нужны, регулирование не нужно, СИЕМ не нужен. Инструмент УЦ не нужен. Инструмент дает сценарий. Если у тебя чистое поле, Роман, начинать построение безопасности с инструментом. Я спросить, собственно, инструмент СИЕМ не нужен. А что тогда нужно? Чем выявлять аномалии? Все-таки СОК-то должен работать, мониторить и реагировать. Какие инструменты нужны в компьютерном клубе? Зачем, например, СОК? Инструменты нужны клубе. В SME. Вы правда думаете, что защищать банк нужно ровно теми же технологиями и средствами, так же, как и компьютерный клуб, как, так же, как и ну, тем, кто, конечно, продает решение, безусловно, так и думает. Это абсолютно правильно. А я вот считаю, что в компьютерном клубе даже антивирус не нужен. Вам даже вообще поддерживать это не надо. Не, ну прости, мы прямо откатились. Мы начинали с громкого тезиса «СИЕМ не нужен». А стали понятно, что СИЕМ, вообще как говоря, любое. Иногда не нужен в банке. Давайте в другую сторону. Хотя немножко. Давайте в другую сторону чуть качнем. Именно по этой причине, из-за того, что внедрение соков и СИЕМ немного там хайп на них спадает, да, сейчас вендора пошли в сторону как раз построения кросс-платформенной, наверное, среди своих решений инфраструктуры. То есть мы видим, как XDR появляются решения. И решение класса, когда у вас хостовое решение общается с песочницей, общается с периметровым IDS-ом и где-то там в облаке коррелирует. Почему? Потому что большинство соков, которые внедрялись именно в классы решений CEM, оказались не очень успешными, потому что люди, которые их внедряют, ставят туда три правила и думают, что сейчас я вот логины буду смотреть, и у меня вот CEM работает. А оно так не работает. CEM состоит из... других компонентов. Это проблема тех, кто его эксплуатирует, это которые не туда схема. Поставили три коллеги, правила, коллеги, я хочу ничего не делают. Попробовать, так как у нас времени уже остается мало, направить ваше пламя, не загасить его, а направить его немножечко в другом векторе, потому что у нас большое количество вопросов. Ну, Дмитрий порвал аудиторию в хорошем смысле этого слова, в худшем случае помял. Спрашивает у нас Чумилин Александр. Очень интересно ваше мнение узнать. Что делать с тупыми бабушками из бухгалтерии? Зачем тебе что-то делать? Да. Надо молить. Им каждый день надо перезаливать. Надо молить, лелеять и ценить. Эти тупые бабушки из бухгалтерии вообще зарплату вам начисляют. Радуйтесь, ну, то есть надо радоваться. Ну, то есть, с ними ничего не надо делать. Секундочку, у нас есть еще одно мнение. Да, свой ответ. Я был недавно в Сириусе, учил молодых студентов. Один из студентов, работающий в одной из компаний, представил мне сейчас на сцене, я не спалил человека, потому что там было где-то 5 студентов из нас как работодателей, сказал: да вообще пользователь, кто нарушает политические безопасности, надо бить током. И дальше мы 2 дня обсуждали, каким надо бить током пользователя, кто нарушает политические безопасности. Так что бабушку надо бить током. Слушайте, а если серьезно отвечать на этот вопрос, то мое глубокое мнение, что информационная безопасность большим своим куском состоит из культуры информационной безопасности. И что эту культуру нужно растить, в том числе среди этих бабушек, которые могут, ну, то есть, запрещающая которые могут политика... сказать, я что-то нажал, и все исчезло. Да, да, вот с такими бабушками надо работать и объяснять ей, что когда она нажала, и все исчезло, на какой телефон ей или на какой адрес написать или позвонить. Дим, спасибо большое. Возвращайся, пожалуйста, на свое место. Благодарим. Ну, а теперь давайте попробуем. Спасибо за эти аплодисменты. Надеюсь, что это действительно огненно. Чуть-чуть погромче, пожалуйста, да, потому что все-таки это антипленарка. Ну, а теперь поприветствуем
Алексея Новикова, который с места выступает хорошо, а вот как возле нашей жаровни, это другой вопрос. Заставочка. А мы вот так сейчас сзади обойдем. Да? Нормальные герои всегда идут в обход. Пожалуйста, Алексей, какую пургу ты нам принесешь? Ой, я даже не знаю, предыдущие ораты столько всего рассказали, я прям и с Владимиром в чем-то согласен и не согласен, и с Дмитрием, и тоже хотел бы поговорить, наверное, про соки. Мы же все-таки на сок-форуме. Я помню самый-самый первый сок-форум, по-моему, все полдня убили на то, чтобы поспорить, а что такое сок, какие функции должен выполнять и так далее, и так далее. Что видим сейчас? В принципе, все то же самое, прошло 6 лет. Банкоматы, клуб, то есть никто по-прежнему не понимает, чем же должен заниматься этот непонятный зверь. Из тех, кто занимается этим, до сих пор не понимают, чем вот эти вот 0 плюс 1. А ты не такой, как они. До сих пор не понимают. Да, у меня другой взгляд на эту историю. То есть, да, действительно, большое количество людей покупают СИЕМ, ставят его на полочку и говорят, все, у меня сок есть. Я с этим не согласен. Ну, прям, наличие СИЕМа, да, это еще не сок. Должно быть что-то еще большее. И у меня, на самом деле, родилась такая своеобразная классификация вот этих вот соков, которые сейчас на текущий момент есть. Во-первых, есть соки, которые написали 3 правила корреляции, 4-5, все автоматизировали, выкинули даже первую линию. Вот она не нужна в соке, ну, это же модные тренды. Все автоматизировано. И только шлют автоматически письма в IT, в заказчика, если это IT-helpdesk. Все, инцидент расследован, мы все выявили, мы все знаем, мы все увидели. Работа сока закончилась. Письмо ушло, сок работу свою закончил. Это первый класс соков, и они прям плохие, по моему мнению. Следующие соки там это те, которые тоже говорят, что СИЕМ не нужен, и выбирают какую-нибудь модную технологию, целиком и полностью свой сок строят на этой технологии. Она может быть любой, там, начиная от действительно XDR-ов и заканчивая просто анализом трафика где-нибудь на периметре. Да? Такие же соки у нас тоже есть, и, по крайней мере, когда-то существовали. С этим я тоже не согласен. Со своей практики, с точки зрения расследования инцидентов, я четко знаю, что нельзя обнаружить все многообразие хакеров и злоумышленников, которые атакуют постоянно организации, анализируя только один источник данных. И, соответственно, там, какие еще соки бывают? Бывают соки такие очень красивые, как северное сияние. Глянешь, такой дух захватывает. А дальше прайс открываешь. Так, что там, 24/7, все инциденты, сценарии без ограничений, 365 дней в году, 5 миллионов рублей в год. Честно говоря, мне студенты в компании больше обходятся, вот, так что я не знаю, о каком качестве можно говорить, когда приходят такие соки. Как бы они красиво не выглядели, но скорее это такой бандаж, заплатка. Так, хоп, здесь мы приложили и починили. Поэтому, о чем дальше хотелось бы поговорить, то что все эти соки еще кое-что очень тщательно скрывают. Давайте посмотрим, как много соков с территории России участвуют в различных публичных инициативах и шарингу экспертизы. Была отличная OSSD-шная там комьюнити, метап организовывала, стрим, в рамках которого люди делились своими правилами корреляции, что делают другие соки. Мы их закрыли, спрятали, запатентовали, заказчик сюда не смотри. Это большая тайна. Вот эти детект на сеть, это тоже большая тайна, мы вам не расскажем. Это тоже повергает меня в сомнение, насколько эти соки хороши. Поэтому у меня предложение. Регуляторы молодцы. Прям молодцы. Года 3 или 4 тому назад они пришли и так попытались зарегулировать деятельность, связанную с техническими средствами в соках. Сейчас, мне кажется, им надо пойти дальше. Прийти и прям зарегулировать operations, а еще все соки жестко проверять. Каждый год приходить и ломать те компании, которые эти соки охраняют, для того, чтобы посмотреть, действительно этот сок может что-то обнаруживать, действительно этот сок в состоянии не допустить реализацию бизнес-рисков. А то вон соки соревнуются, у кого-то 15% времени инфраструктура простаивает, а кто-то по 10 часов инцидента расследует. Ну разве так можно? Алексей, ну я правильно понял, что ты готов провести на себе пилот, позвать регулятора, все остальные соки, легко, открыть базы данных? Легко. Все, значит, в январе мы к тебе приходим. Вот это мы все присутствующие, да? Да. То есть, ребята, если
историческое событие. Сок-форум. Сок-форум закончился конкретным планом действий. После этого я оставляю за собой право прийти вместе с этим регулятором и в другие соки, которые тоже здесь присутствуют. Когда придешь на работу, для того, чтобы посмотреть, как другие на пианино играют. Только не надо нас пугать. Слушайте, вот как это почему бы это может притормозить развитие security operation центров, например, с точки зрения взаимодействия там с зарубежными security operation центрами, с получением индикаторов. Давай по чесноку. С использованием какого-нибудь МИСПа, например, да, или получение. Сколько у нас соков используют МИСП? Я там смотрел, ну там, по-моему, там пальцев двух рук хватит, чтобы понять, сколько в МИСПовой движухе участвуют. То есть их прям реально очень-очень мало. Ну как участвуют? Я, например, не отдаю туда индикаторы, но пылесошу все. Вот и бессовестно. И это честная позиция, как ты считаешь? Ну то есть не надо ли поделить... Она мне удобная. ...с комьюнити тем, что ты узнал, да, там... Я делюсь с центральным банком. Узнать, что там... С центральным банком и с другими банками мы делимся, безусловно. Это схожая позиция. Можно на Хабре почитать, мы публикации делаем про то, что мы разреверсили. Можно донатить в ЦБ, можно донатить в НКЦКИ, там, что ты нашел. И прости, я вот только не обижайся, да? Подсушиваю твой рассказ. Надо всем делиться правилами Сиема, и регулятор молодец. Смотрю на твою трудовую книжку, и как-то кажется, что тут какая-то такая коммерческая история нарисовалась. Какая интересная, мне даже очень интересно. Ну, конечно. А чем вы занимаетесь? Пакетом экспертизы торгуете, Лех? Смотри, ну на самом деле в open source мы на текущий момент вкладываем очень много. Давай я тебе прям отвечу. То есть там в USCD мои ребята коммитят. Вот, очень много. Правила там по сетевым детектам и так далее тоже есть. Я не удивлюсь, если ты их используешь тоже. Слушайте, это именно... Только они, наверное, для Потасиема, да? Не для того, чтобы они в сурикату загрузились. Или для надо. Вот, ребят, вы оба правы и подтверждаете одну простую мысль, что в соке СИЕМ не нужен. Почему? Почему ты подтверждаешь? Вывернул свою историю. Почему? Потому что в условиях гитхабизации, да, и в условиях того, что очень много уже, огромное количество правил корреляции и там опубликованы в интернете. Так, подожди, правила корреляции опубликованы. На чем ты его крутить собираешься? А вот вопрос, это уже второй вопрос. Куда их установить? И кто все это будет поддерживать? А на это уже нужна экспертиза. Кое крайне мало на рынке. И поэтому, возможно, лучше воспользоваться инфраструктурой вендора, который уже делает это. Вероятность того, что ваш аналитик круче вирусного аналитика EDR-а... Можно сидеть сколько угодно... Так, можно сидеть сколько угодно на попе ровно и ждать, когда вендор тебе пришлет какое-то обновление. Вот. Но, тем не менее, вот лично моя убежденность о том, что... СОК должен иметь собственных специалистов, которые в состоянии сами играть и в TI, и в Threat Hunting, и так далее, и так далее. Смотри, все гонятся, покупают TI. А ты посмотри, какие письма фишинговые заблокировали твои средства защиты. И ты сразу поймешь, кто тебя атакует, да? Потому что сегодня тебя атакуют, твое средство защиты отработало, заблокировало. Завтра этот хакер купил новый криптор, перекриптовал, и у тебя инцидент. И если бы ты смотрел вот именно в эти сработки в своем соке, занимался бы этим TI-ем, ты бы понимал, кто тобой интересуется. Риски другие. Дело в том, что я этим и занимаюсь. Я не рассчитываю ни на одно средство защиты. И более того, моя глубокая убежденность, что средства защиты тоже бесполезны. Почему? Потому что правильная атака не будет строиться. У тебя ни одно средство защиты при правильно построенной атаке не будет орать: чувак, у тебя здесь атака. У тебя, скорее всего, будут несколько незначительных сработок, строящихся в один вектор матрицы. Ну, то есть, понятно, вот, но и тут как раз задача специалиста все это собрать. Остановите жару, я хочу просто вклиниться, потому что вопросы поступают. Сергей, выбери вопрос, сейчас я подведу небольшой. С удовольствием, да. Давай. Значит, смотрите, что я услышал. Ну, во-первых, надо не покупать не средства защиты, а Дмитрия Годаря, вот запомните его, да. Только он знает, что нужно. Жалко, клонировать нельзя. Это ладно. А второй момент, вот возвращаясь назад. Смотрите, коллеги, конкретное предложение. Правильно я понимаю, что есть соки, претендующие на лидерство? Да, мы говорим, это лидеры. Есть соки, претендующие на то, что им надо еще учиться. Ну, как бы они признают, что им надо еще учиться. Им там ничего не поможет, кроме Годаря. Годаря у них нет. Вот, то есть, как бы, вот два класса соков. Так давайте, вот, собственно, объединим ваши посылы, да, и давайте реально про это подумаем. Что если ты хочешь называться лидером, ты должен делиться экспертизой. Если ты учишься, ты можешь эту экспертизу получать. Давайте вот в эту историю поиграем. Давайте выясним, кто из нас лидеры, да, и чем они могут поделиться с теми, кто еще не лидеры. Как предлагаешь выяснять, кто лидер?
в порядке личной, знаешь, личного заявления. Классная история, мы делимся информацией. Ну, то есть это превращается в такую историю. Кто брошюру покрасивее нарисует, на сайт положит, кстати, коллеги, по поводу лидеров, кто чем берет. Мы уже запустили опрос на лучшего прожарщика, так как все уже успели себя в той или иной степени проявить. Единственное, что вот Роман выиграл. Прокурор участвует в этой теме или нет? Конечно. Конечно, так или иначе участвует, но в голосовании нет. Жалко. Голосование уже победил. Вопрос, которых огромное количество, но рискну выбрать все-таки один. Если первая линия не нужна, то как должен быть реализована, собственно, поддержка, служба реагирования? У Сока много разветвлений. Есть ли у уважаемого вендора понимание, что же будет из себя представлять Next Сок? Next Сок. Ненавижу эти модные слова, вот эти NGFV, Next Generation и так далее, Next SOC. NFL? Про... Руку не, на это, грудь положи. Это из другой, да. Вот. На самом деле все очень легко. Вопрос в том, что значит первая линия. В моей концепции, в моей парадигме, первая линия — это ребята, которые обладают высокими скиллами и которые не занимаются отправкой писем в сторону IT, там, либо в сторону заказчика, а которые действительно в состоянии там, 98-99% инцидентов разрешить, которые могут потретхантить, которые понимают, к чему эта атака может привести, а самое главное, которые понимают, что этот инцидент незначимый. Вова, давай скажи, что безопасность стоит дешево. Нет, не скажу, мне нельзя. Точка. Вот. Соответственно... эти люди должны понимать, чем они работают, с чем они работают. А самое главное, инцидент... Не масштабируется эта твоя схема. Это да же... ладно. Ну ладно. Давай. Найди. Почему? У вас полностью штат укомплектован. У кого полностью укомплектован это штат? Это какое-то гасушное понятие, укомплектованный штат. Мы готовы кайфовых людей брать всегда. У нас всегда открыты вакансии для людей, которые умеют в сок. Правильно. Все. Это означает, что у вас это... некой капасти на развитие, да, там, гасушный, не гасушный, неважно. Вы этих людей берете, потому что вы знаете, что вы их сможете перепродать. А теперь есть ребята, у которых есть обязательства, которые должны закрывать определенный объем работ и обязаны отгружать столько экспертов, сколько нужно, тогда, когда нужно. Ну, мы, кстати, кайфовых ребят тоже берем без ограничений. Да, Дима тоже берет без ограничений. А иногда мы так посмотрим на одного и спрашиваем, ну что? У них есть гадарь, им не нужны другие ребята, мы выяснили. Так, коллеги, времени. Пока мы здесь такие собрались. А давайте запустим услугу сервисную. Гадари сервис. Мы тоже офер готовим. Давайте сейчас возьмем небольшую паузу. Вернее, двоеточие. Вернее, многоточие. Уважаемые коллеги, ну, слушайте, разогрелись мы очень и очень неплохо. Огонь не стихает. Пора и следующему участнику не честно, да, но и поговорить, рассказать и привнести несколько тезисов. На самом деле, Роман Овчинников последние несколько минут сидел и скучал. Хочется, чтобы Роман сейчас вышел и зажег. Ну, тебе, Алексей, спасибо. Давай, Роман. День еще раз. Да, секунду. Прежде чем Роман Овчинников начнет свое выступление и озвучивает свои тезисы, скажу еще одну важную вещь. На нашей платформе идет два голосования. Во-первых, кто из вас, как вы считаете, уважаемые подписчики, кто лучший прожарщик? Прежде всего, да, тут есть четыре варианта. Можно спокойно голосовать. Что думаете, кто жестче всех прожаривал коллег и заслужил звание лучшего прожарщика? Есть параллельное голосование. А кто лучше всех держался, вынес все удары нападающих, кто самый жаропрочный выступающий. Также четыре фамилии. Могу сказать коротко, что по поводу тех, кто жестче всех прожаривал коллег и претендует на звание лучшего прожарщика, пока на эту минуту Дмитрий Гадарь. У него 50%, каждый второй за него проголосовал. Понятно. Да, но... Да, но кто лучше всех держался, угадайте, кто? Да, действительно, Дмитрий Гадарь, у него 53%. Да, и самый популярный вопрос, где вы делаете свою прическу? А теперь, пожалуйста, Роман Овчинников. Половина из них, это я голосую, ребят. Итак, выступление Романа Овчинникова. Да, коллеги, я, видимо, попал в самую жаркую часть. Видимо, меня сейчас окончательно затопчет. При этом я еще и выбрал тему, смежную с Дмитрием. Я хочу рассказать про технологии для SOC, которые считаются устаревшими. И в данном случае я хочу сказать, что платформа Ticketing,
как техническое решение является устаревшей платформой для современных соков. Коротко, почему? Потому что оно просто не соответствует уже текущим запросам и реалиям соков. Если более развернуто ответить, то давайте немножко погрузимся в историю. Собственно, когда только начали появляться первые соки как полноценные функциональные структурные подразделения, все архитекторы, проектировщики, методологи, писатели стандартов и best practices всегда говорили, что в ядре сок должна быть тикетинг-платформа. Это в целом звучит логично. Мы должны где-то наши инциденты, которые мы выявили, учитывать и следить за их обработкой. Так появилось, собственно, решение тикетинг для информационной безопасности. Все хорошо, все нормально. Что представлял из себя тикетинг на тот момент? Это платформа, которая в каком-то, не знаю, ручном или в виде простейших интеграций в автоматическом режиме регистрировала инцидент, имела какую-то простейшую статусную модель, которую можно было переключать, и таким образом шел учет. То есть это такой некий аналог Excel. Соответственно, дальше соки развивались, начали появляться внутри сока команды, центры экспертизы, выстраивалась такая вот классическая трехуровневая модель, и у нас система тикетинга должна была ответить этим вызовам, и в итоге появились в системах такого класса некий workflow, который позволял проводить взаимодействие между командами, эскалации и так далее. То есть тикетинг немножко эволюционировал. Хорошо. Что появилось дальше? Как я сказал, у нас появились такие группы по интересам, и основная экспертиза, там самые такие опытные бойцы, они ушли, наверное, в третью линию. На первой линии, я все-таки не соглашусь, забыл, кто из спикеров говорил, на первой линии все-таки оставались люди, у которых меньше компетенций. И нужно было каким-то образом делиться экспертизой от старших к младшим и так далее. Нужно было дать понять людям, как реагировать на тот или иной инцидент. И таким образом появились плейбуки, в которых четко, понятно написано, если инцидент А, делай раз, два, три. Если инцидент Б, делай 3, 4, 5 и так далее. И у нас появился такой уже некий симбиоз, что есть тикетинг, есть плейбуки. Их можно объединить, можно рассматривать как отдельные вещи. Но такой факт уже был. И дальше, когда вот по этим плейбукам сок прожил, не знаю, день, неделю, месяц, год, прогнал все плейбуки по 100 раз, все уже от них устали, поняли, что нужна автоматизация этих плейбуков. И у нас появился уже такой третий компонент, был тикетинг. Роман, извини, а можем мы вклинимся вот с Владимиром? Владимир, вам не кажется, что нам рассказывают Евангелие от Романа, да? Мы как бы все это уже прожили. Вообще, Ром, сразу извини, я вообще за тебя, за тебя. Вот, я даже, потому что Дима даже ничего не продает, у нас есть сервис по ERP, а у Леши пока нет продукта по ERP, поэтому ему нечего продавать. Но, блин, давайте сначала инциденты научимся... А ты тикеты шлешь, да? Научимся ловить. Пол России покрыт Андромедой Зевсом. В каждого заказчика прилетает РТМ, и он, блин, прилетает. Какое к черту реагирование? Мы пока еще мониторингом заниматься по-нормальному не научились. История про реагирование – это про 20% заказчиков, которые сейчас вообще готовы к тому, чтобы там что-то делать. Остальные пока с антивирусными заражениями разбираться не научились. Не, я с этим спорить не буду, но я к тому, что у нас есть некий этап развития. У нас системы есть... CM, это все уже устарело, и ERP теперь вершина айсберга. Володь, то есть ты говоришь, я такого, во-первых, не сказал, во-вторых, все-таки есть. Володь, ты говоришь, тикетинг будет не нужен чуть позже, да? То есть еще не наступило время. Когда появится искусственный интеллект и Fusion SOC, Лех. Да, мы все начали говорить про искусственный интеллект, про ERP-системы, но, к сожалению, у половины организаций открыты RDP наружу с паролем админ-админ. И мы говорим про то, что Zoom небезопасен, и там есть какие-то угрозы, и про вот эту историю. Это выглядит абсолютно бредово, да. Когда мы не занимаемся элементарным там, закрытием админских портов на периметре с дефолтовыми паролями. О чем мы говорим? Какой Zoom? Ну, то есть, о чем речь вообще? Тот же ERP, он половине организации, тот же, как и CM, я не буду настаивать на этом. Половине организации не нужен. Нужно базовые процессы сделать информационной безопасности. Информационная безопасность — это процесс, а не внедрение конечной какой-то системы с какими-то параметрами. И тот же ERP, он нужен под определенные условия, когда у вас офигенный мониторинг, у вас уже все работает, есть команда там работает, да, то есть ее нужно роботизировать, автоматизировать некоторые вещи, делать прекорреляцию, делать обогащение. То есть это можно делать в ERP-системе. Ну, а то есть, я не соглашусь с тем, что нужно ERP просто это система, логины для начала выявлять. Воткнули и радуетесь. ERP — это тоже процесс. Это процесс реагирования. Соответственно, естественно, мы к нему переходим, когда у нас выстроен этот
процесс. И я сейчас говорю про вот эту вот эволюцию тикетинга, естественно, применимо к эволюции соков. У нас есть, естественно, есть компании, в которых нет сока и нет информационной безопасности. Не, ну, есть компании, у которых начальный уровень 3% сока. Компаний, которые способны это сделать. Ну, тогда В соседнем зале выступает еще один человек, который рассказывает, что реагирование лучше, чем мониторинг. Блин, коллеги, что реагирует, если ничего не поймали? Времени очень мало остается. Короткий вопрос от нашего зрителя. Да? Как оценить сок по соотношению цена-качество? Главный вопрос с точки зрения бизнеса. Стоит ли платить столько денег за малопонятные услуги? Но я думаю, ответ на этот вопрос можно только если применить методы и сервисы Дмитрия Гадаря, как он сказал. Соответственно, надо начинать там с надо найти просто рисков. Имя Гадарь, просто если там есть. Ну то, да, я думаю, мы сделаем такую услугу в любом случае. Про в любом случае мы можем отвечать на эффективность, только когда мы знаем про наши риски. То есть с этого начинается все. И только на основании этого можем дать какую-то экономическую оценку. Да, Роман, спасибо вам большое. Если сталкиваться и смотреть с другой стороны, многие компании знают свои риски, но они никогда не видят, что у них эти риски случаются. То есть в моей практике было часто, ты приходишь и говоришь, ребят, вы боитесь утечки документов? Да, боимся. Смотрите, утекло. И они такие, ой, это не у нас. Они могут ответить неправда, на вопрос, а сколько это стоит? Это не наш инцидент. И отгребают так от него подальше. Они поэтому не могут, они тут не могут сказать, сколько нет. Это им стоит. Вот я не согласен, что многие про это знают. Многие, возможно, знают про факт, что есть такой риск. А сколько он для них будет стоить? И какова вероятность? Вот это вот, мне кажется, как раз таки относится опять-таки тут к тем 3%. Это можно оценить и понять. Пока у нас Роман не задымился. Роман, возвращайтесь, пожалуйста, на свое место. Мы место у Жаровни. Ваши аплодисменты. Да. Давайте встанем красиво у этой жаровни, где 4 человека уже отмучились, теперь мучиться нам. Надо подводить итоги. Если возможно, коротко, буквально в 2 минуты надо попробовать. Давайте уложиться. Попробуем, коллеги. Значит, ну, мы вас заслушали с Сергеем, теперь обвинительный приговор. Да? То есть мы услышали про то, что есть у нас люди, которые заменяют все СЗИ и СИЕМы собой. Да? Есть, значит, понимание по отсутствию формализации, есть понимание по необходимости обмена. Но в целом, коллеги, смотрите, зачем мы здесь сегодня собрались? Мы каждый раз собираем это мероприятие, да, антипленарку, чтобы как бы уйти от догматизма в мышлении, да, челленджить какие-то известные, как бы устоявшиеся догмы и заставлять людей просто задуматься о том, что ну, навязывается и прилетает там каждый день. Да, там, вот в таком формате в этот раз. В следующем году будет другой формат. Что я услышал сегодня из того, что мне понравилось, и из того, что я предлагаю нам всем с собой забрать и с этим дальше побежать. Да? То есть вот история про то, что вот такие умные, в общем-то, парни уже 6 лет пытаются договориться, делая это руками в разных ролях, на разных позициях, как бы посвятив этому всю жизнь, при этом продолжают спорить, что первичные технологии, риск, какие системы не нужны и так далее. Говорит о том, что, в принципе, уже назрел, там, перезрел, наверное, даже вопрос стандартизации. Потому что стандартизация нужна ровно для того, чтобы не возвращаться к обсуждению базовых вещей. Коллеги, извините, но то, что вы сейчас говорите, все, что было сказано, говорит ровно об одном. Надо уже сделать усилия и стандартизовать какие-то базовые вещи, может быть, не для таких умных и красивых, как вы, да, там, с не такой правильной звонкой фамилией, да, но дать некую рабочую инструкцию, по которой 98% остальных соков могут жить, да. Мы все в той или иной мере там, в своих организациях над этим работаем, проводя мероприятия, проводя обучение, выступая здесь в том числе. Да? Но я считаю, что вот сейчас вот то, что было для меня лично, это некий там, восклицательный знак уже в том, что надо к этой формализации переходить. Надо уже перестать разговаривать, там, нужна или не нужна первая, вторая, третья линия, нужен или не нужен тикетинг, там, можем ли мы бесконечно увеличивать объемы набираемых людей. Да? Это надо уже просто формализовать и закреплять. Потому что иначе мы так и будем там, и через 20 лет про это говорить. Надо какой-то осадок, да, фундамент уже осадить, говорить про что-то светлое, вышестоящее. Вот такое мое резюме. Я надеюсь, всем удалось как бы подумать, задуматься, да, сегодня. Мне было очень интересно послушать и увидеть лично коллег, что немаловажно в это непростое время. Сергей? Жарко было? Жарко, да. Мне тоже очень понравилось. Друзья, пришло время узнать, кто все-таки стал самым мощным прожарщиком, а кто самым крутым выступающим. Напомню, вы могли голосовать на нашей платформе за тех, кто лучше всего показал себя вот на нашей антипленарке, вот здесь, возле жаровни и за ее пределами. Ну и прямо сейчас, вы знаете, я вас удивлю, наверное, потому что первый вопрос, что думаете, кто жестче всех прожаривал коллег и заслуживает звания лучшего прожарщика, и это Дмитрий Кадарь.
У него 49,62%. Ну, чтобы никому не обидно было, могу сказать, что на пятке ему наступал Алексей Новиков. У него 23,5%. И Владимир Дрюков там 21,5%. Ну, недалеко на самом деле ушли. Кто лучше всех держался? Вынес все удары нападающих. Кто самый жаропрочный выступающий? Есть у вас версии? Молчите. Правильно делайте. Потому что это... Дмитрий Гадарь! У него более 50%, ближайший преследователь Алексей Новиков 24, ну почти 25%. Так что зрители признали вас, Дмитрий, королем прожарки на антипленарке 2.0. Я бы даже сказал... хорошо это или плохо, я тебе поручается начать писать стандарт, Дмитрий, давай. В следующий раз ты его представляешь здесь. Я думаю, что Дмитрия нужно представить к званию «Гадарь Галактики». Вот пусть носит. От всей души спасибо. Это было действительно жарко. Спасибо участникам, коллеги, друзья. Все сегодня были в ударе, на мой взгляд, да. Тем более, что моему соведущему тоже понравилось то, что здесь происходило. И отдельная благодарность нашему арбитру, собственно, которую я только что упомянул, Алексею Качалину. Теперь вам всем нужно срочно охладиться. Как вы это будете делать? На ваш страх и риск, да, это ваши предпочтения. Ну, а самое главное, наших зрителей, мы говорим, что вас ожидает продолжение программы «Форма», где будут самые разные форматы различных шоу, различных выступлений, откровенный рассказ о совершенных уже ошибках, кстати, вас ждет, и это очень важно. Интересные выступления заказчиков и многое другое ждут вас, так что не отключайтесь от нас, и особенно потому, что прямо сейчас профессиональный комментарий от только что состоявшемся, я должен это произнести, да, у меня в сценарии это прописано, и мне за это платят деньги, групповом аутодафе. Достаточно сложно комментировать антипленарку, особенно после того, как Алексей Качалин, собственно, подвел некие итоги. Я хотел бы отметить несколько важных, на мой взгляд, моментов. Данный формат, он исторически себя показывает, что он гораздо лучше той, мягко говоря, скучной дребедени, которую читают обычно по утрам высокопоставленные чиновники, которые очень далеки от темы, посвященной сегодняшнему мероприятию. Поэтому здесь, наверное, надо менять формат, антипленарку делать первой, с нее, собственно, начинать мероприятие, а потом уже в самом конце для особо сильных духом оставлять выступления регуляторов, которые, к сожалению, на мероприятие приходят далеко не всегда. Вот. Но если вернуться, собственно, к тому позитивному выводу, который сделал Алексей Качалин, я соглашусь, что действительно нам нужна некая стандартизация, но единственное, что хотел бы отметить, что нам не нужны стандарты, как это делают сегодня регуляторы в лице ФСТЭК и ФСБ, которые пишут стандарты по ГУСОПКе, по информационной безопасности, документы, которыми пользоваться невозможно, которые используют совершенно устаревшую терминологию. Нам нужно нечто более интересное в виде некого свода практик, как это делают сегодня на Западе многие компании, собираясь таким кругом одаренных лиц, которые делятся своим практическим опытом и выбрасывают это на некую бумагу, которая затем в электронном виде распространяется по отрасли, из чего, собственно, отрасль делается лучше, компании становятся защищеннее, соки становятся более, как бы, зрелыми, и мы не будем в 6-7 раз спорить о том, что такое сок, чем отличается ЦЕРТ от СИРТа и так далее. То есть эта тема с разработкой некого свода передовых знаний является очень и очень полезной. А сейчас, прежде чем вы просмотрите ролики наших партнеров, благодаря которым состоялся SOC Live, я хотел бы сказать, не переключайтесь, а после просмотра роликов наших партнеров вас ждет интеллектуальная игра, где вы сможете проверить свои знания, тематики, связанные с соками, и, возможно, выиграть очень интересный приз. И если бы я не участвовал в написании этих вопросов, я бы тоже участвовал в этом челлендже и попытался выиграть те призы, которые представлены сегодня для этой игры. Ну а кто хочет со мной договориться, всегда меня можно найти здесь в зале, кто в онлайне может успеть приехать в то место, где все это проводится, правда, место секретное. Ну а мы с вами не прощаемся, и скоро вновь я буду комментировать все, что происходит на онлайн-площадке SOC Forum. Спасибо.